13 детских городков установили в этом году в наших дворах. На днях состоялось торжественное открытие сразу 3 детских площадок. Все комплексы построены по губернаторской программе. Мы уже знаем все детали площадки на улице Танеева и сегодня вспомним, как открывались детские городки на улицах Дзержинского и Карла Маркса. Городок и райский уголок. Так между собой называют жители площадку на улице Дзержинского, 18. Двор здесь огромный и объединяет сразу несколько многоэтажек. При этом дети почти в каждой квартире. Поэтому о благоустроенной игровой площадке жители Дзержинки мечтали давно. И мечты, как видите, сбываются. Я очень рада, что попала в детство, в замечательное королевство. Я думаю, что вы тоже очень рады, правда? Все для наших детей, все для наших молодых родителей, которые могут прогуляться по детской площадке, посидеть на лавочке. Исключительно. А вот ребятам не до посиделок. Эта площадка – место для подвижных игр. В догонялки. Прятки. Прятки, вышножки от земли. Зомби. Мы здесь постоянно играем, она большая, ну не как все. Площадка замечательная, как и для маленьких людей, детей, так и для больших. У меня сестра постарше пошла в 1 класс, она с этой площадки не уходит совершенно, домой не загнать. Площадка на Дзержинке не просто сказочный замок, а островок безопасности. Буквально каждый гвоздик закрыт мини-колпаком. Качели, горки, лазалки сделаны из современного долговечного материала с антивандальным покрытием. Да и установлена площадка на безопасном от дороги расстоянии и в удобном для жителей месте. Точку стройки выбирали всем миром. Мы вышли эту площадку и сразу вместе стали определять, где поставить паровозик, куда установить качельки. То есть эта площадка получилась поистине народной. Перезагрузка на Дзержинке произошла не сама по себе. Масштабная губернаторская программа обеспечила подобными игровыми комплексами около 200 подмосковных дворов. И это только начало, убеждает министр ЖКХ Подмосковья. Я думаю, что вы уже увидите время, когда такая площадка будет в каждом дворе Подмосковья. Мы все для этого делаем. И сегодня мы открываем площадку в программе губернатора. Это те площадки, за которыми Андрей Юрьевич следит лично. Еще одна площадка установлена теперь и на Карла Маркса. И здесь детвора вполне может начать свой путь за олимпийскими наградами. Дети начнут здесь заниматься и, возможно, придут уже на секции. Все начинается с детской площадки. В этом году в Клину по программе губернатора установлены 4 детские площадки. Одну из них открыли летом в поселке 31 октября. В крайних 3 новых комплекса – подарок жителям к 700-летию города. Валентина Мордовина, Дмитрий Кириллов. Новости дня.